Хлопик может стать талисманом чемпионата мира по хоккею. Закончилось голосование за символ соревнований, которые пройдут в Москве и Петербурге в 2016 году. Кто такой Хлопик и какие еще претенденты были в списке, расскажет наш спортивный обозреватель Александр Старков. Александр, вам слово. Спасибо, Елена. Хлопик – это нечто среднее между Колобком и Снежком. Так объясняет свое произведение автор, петербургская художница Ольга Михайлова. За ее рисунок проголосовали 750 тысяч человек. Почти 730 тысяч набрал зайка-хоккеист. Более 615 – кот-матрос. В числе лидеров также мышь Григорий, Мишутка Тога, самоварчик Проша и кот Прекрас. Напомню, голосование организовано Федерацией хоккея России. 20 работ, набравших больше всего голосов, рассмотрит специальное жюри, из которых потом выберут окончательный талисман чемпионата. А теперь к новостям саратовского спорта. Наталья Погонина вышла в 1/16 финала чемпионата мира, который в эти дни проходит в Сочи. Саратовский гроссмейстер черными выиграла партию у китаянки Гуо Ци. Саратовскую область на чемпионате мира представляет еще одна шахматистка – Баира Кованова. Пока она сыграла в ничью с китаянкой Хуан Тянь. Виктория Саратов победила сыктывкарскую «Заряночку» в матче финального этапа женской баскетбольной высшей лиги. Каждая из команд выпустила на поле по 7 игроков. В первой четверти активно атаковали баскетболистки «Заряночки». К середине периода они установили отрыв 7 очков – 4-11. И удержали его до конца 10-минутки – 10-17. В третьей четверти Виктории удалось ликвидировать отставание и выйти вперед. За 4 минуты до конца матча счет был равным – 52-52. Но саратовской команде в последние минуты удалось забить 5 очков. На сегодня это все о спортивной жизни города. Увидимся в следующем выпуске «Спортобзора». Елена. Спасибо, Александр. А теперь долгожданный вопрос о саратовской баскетбольной команде. С какого года клуб «Автодор» носит свое нынешнее название? И вот вам три варианта ответа. С 1987, с 1991 или с 1996. Ответы принимаются по телефону 8-962-617-41-08. Стоимость по цене обычного СМС вашего оператора связи. Мы не зарабатываем на этом деньги. Пишите сообщение с правильным ответом и выигрывайте билеты на воскресную игру «Автодора» с чешской команды «Нимбург». Встреча пройдет во дворце спорта «Кристалл». Следующий розыгрыш билетов в нашей программе состоится во вторник, 24 марта.